Про світ після війни ми вже сюди зазирнули. Треба поговорити з Петрасом Ауштревічусом. Це депутат Європарламенту. Петрасе, вітаємо вас. Вітаю вас теж. Добрий день. Добрий. Скажіть, будь ласка, ми тут говоримо, що чи взагалі західний світ розглядає варіант розвалу Росії? От є якісь кулуарні розмови з колегами по Європарламенту? Що робити далі? Чи є розуміння, що Росія в нинішньому вигляді існувати не може? Я думаю, что очень важно вообще начать серьезную, продолжать, кстати, серьезную дискуссию о России, той стране, которая проиграет свою агрессивную войну против Украины. Мы в это верим, мы на это работаем, и поэтому такой сценарий, по-моему, надо и обсуждать. То есть, что будет вообще с даже европейской системой безопасности, в которой как бы Россия была частью, но она не может быть, имея такое влияние, скажем так, такой агрессивный потенциал и иметь влияние в будущем. Поэтому, разговаривая с коллегами, знаете, еще много разных таких аспектов чувствуется. Не все готовы к тому, что Россия была бы не только что побеждена, но и не имела бы, может быть, решающего слова в будущих решениях по поводу европейской безопасности. Потому что если Россия опять будет вмешиваться, опять будет расчленять страны и иметь, я бы сказал, военное и экономическое влияние, мы не найдем сбалансированной системы безопасности. А это грозит постоянным возвращением к таким агрессивным действиям, как теперь видим в случае Украины. То есть мнения различные еще есть, и еще не все привыкли или не все свыклись с той мыслью, что за это надо заплатить такую цену, я говорю о российской стороне, чтобы она не могла бы опять восстановиться и стать таким агрессором, таким опасным агрессором для своих соседей, может быть, для всего мира, потому что эта война — это не только, я бы сказал, воздействие на европейский континент. Мы видим уже воздействие совсем другого характера, это поднимает вообще, я бы сказал, такое восстание некоторых стран агрессивно социалистического характера, которые хотят пересмотра порядка. Поэтому надо продолжать эту дискуссию. Я надеюсь, что она вообще идет в хорошем русле. Но еще нужно время для некоторых, чтобы понять, что же происходит теперь. А чи йде ця дискусія в цілому, от взагалі? Тому що, якщо подивитися в певній перспективі, в певній динаміці, може так здатися, що просто країни перебувають навіть в Європейському Союзі, кожна на своїй позиції. І як обіймала певну специфічну позицію Угорщина, так вона і далі залишається на цій специфічній, м'яко кажучи, позиції. Як сумнівалися, вагалися, наприклад, німці і французи, ну то часами ми так само бачимо ось ці сумніви, ось ці вагання. Чи дійсно відбувається якийсь прогрес в цій дискусії, чи просто сторони на тих самих позиціях і далі? Нет, прогресс виден, он виден очень, я бы сказал, ярко. Вы посмотрите на те решения, которые вот хотя бы на сегодняшний день в Евросоюзе. Мы приняли решение по 1 миллиарду восстановлению своих военных запасов. Мы имеем решение по 1 миллиарду помочь Украине скорейшим образом. Мы говорим о создании, то есть усилению обороны и промышленности в Европе. То есть мы говорим совсем о других вещах. И год тому назад к этому мы не были даже близко, как говорится, не дошли. Теперь мы говорим об этом. О чем мы будем говорить в следующем году? Знаете, я думаю, что Евросоюз уже будет говорить о каких-то военных формированиях, общей армии или, скажем, других бюджетных решениях, на которых строится, кстати, объединенная европейская политика. Я вижу хорошую тенденцию, то есть
Выводы делаются, понимаете? Делаются выводы не только, чтобы помочь Украине выстоять против российской агрессии, но и помочь себе в будущем, потому что кто знает, каким образом и куда эта, я бы сказал, агрессивная политика российской стороны может развиваться в будущем. Все-таки гибридные риски, они существуют. Если мы не будем готовиться к этому, мы не будем способны помочь ни своим соседям, как Украине, ни себе. Поэтому я вижу очень хорошие, правильные выводы. Может быть, время, да, мы опаздываем с этими выводами. Иногда задолго затягиваются дискуссии. Или я скажу откровенно, некоторые страны нас держат как бы в таких, знаете, неясных ситуациях. Эти страны, как бы названия их и ясны уже и теперь. Но я надеюсь, мы это преодолим. Чи є готовність загалом в ЄС, якщо ми виключимо ці держави, як, наприклад, Угорщина, яка весь час проти будь-яких рішень на підтримку України, чи є там розуміння ось цього ефекту салямі, коли відкусив шматочок Грузії, власне, те, що робив Гітлер? Тепер це повторює Путін, відкусив один шматочок, інший шматочок, спустили з рук Грузію, Донбас, Крим, зараз Україну, цю частину відкусимо. Чи продовжуються ці розмови про те, що аби не було ескалації? Да, є такий аргумент, ізбіжати ненужної ескалації, не розпространяти цю ескалацію в сторону третіх стран, як от тут ми слышимо вже Китай приводится в пример, что Европа не должна стать каким-то, значит, третьим игроком между Соединенными Штатами Америки и Китаем. Но, знаете, да, это неполное понятие тех исторических выводов, на которых, я думаю, строится и будущее. Вот когда Чемберлен вылез, приземлился в Лондоне и сказал, что я привез вам мир, это было просто оптический обман. Так хотелось политикам думать о будущем, а не, как говорится, изменять реальность. Есть такие еще мышления, но, знаете, и второй, как говорится, лагерь, или тех, которые хотят сделать все возможное, чтобы такие ошибки не повторялись в будущем. И я думаю, что в этом вот лагере этих стран, этих политиков, я вижу больше силы, больше взаимопонимания и, кстати, сотрудничества. На этом, кстати, можно говорить долго, но вот эти выводы, которые сделаны после начала агрессии, видя, какую брутальность демонстрируют российские вооруженные силы против мирного населения, все-таки, знаете, те политики я бы сказал бы, с позитивным, конструктивным мышлением, они объединились. Вот смотрите, сколько появилось разных платформ, групп и так далее. И эту силу нельзя недооценивать. И я сказал бы, это была бы большая ошибка. Эти политики все-таки двигают и вперед разные инициативы и не разрешают как бы уснуть тем странам или, скажем, тем правительствам, которые должны сделать еще больше, чем они сделали до сегодняшнего дня. Пане Оштряючись, на фінал дещо зміню тему, але хотілося б від вас почути ваше бачення, ваше певне пояснення. У нас тут в Україні сьогодні новина з'явилася. Це рішення президента Володимира Зеленського. Відтепер, а фактично від завтра, в Україні 9 травня – це День Європи. Власне, так, як це є в Європі. І от ви, депутат Європарламенту, напевно, ніхто краще за вас, принаймні присутній в нашому сьогодні ефірі, не розкаже, як це виглядає, як це має виглядати. Про що цей день? Этот день, знаете, все-таки день объединенной Европы. Это значит, когда ты имеешь партнеров, друзей и своих соседей, которые думают очень схоже с тобой, которые делают все возможное, чтобы наши общие проекты, наше общее будущее было бы и мирным, и лучшим. Вот это чувство солидарности, чувство, что ты можешь говорить откровенно и в поисках самых хороших решений, и что ты никогда не останешься одним. Вот я бы сказал бы, такое чувство, нормальное чувство
Очень нужно, кстати, каждому из нас, да, когда тебе хуже или тебе нужна подмога, вот тогда приходят друзья и соседи, и партнеры. Так что вот это чувство, которое уже Литва, уже 19 лет, мы завтра будем отмечать вот уже 19-й раз День Европы, когда мы являемся полноценным членом Евросоюза. И я смотрю вот на эти 19 лет назад. Эти, знаете, 19 лет, наверное, в какой-то мере было больше, чем иногда и столетие по преобразованиям. Все-таки и общество, и экономика, и качество жизни, и вот это политическое чувство, что ты не один, это, знаете, не создается впустую. Так что Мы каждый год, когда отмечаем наше членство в Евросоюзе, говоря о разных вещах, конечно, мы хотим больше, лучше и так далее, но смотрите, вот за эти 19 лет мы уже достигли 80% от среднего Евросоюза. Да? Мы начали эту дорогу, имея 50% в кармане. Теперь мы уже имеем 80%. То есть по официальной статистике Литва уже схоже с такими странами, как Португалия. Это уже неплохо. Это значит, что имеем мотивацию, имеем план, имеем и как бы взгляд в будущее. Мы не остановимся на 80%. И, как я говорил своим друзьям, и обещаю всем это официально, я уйду с политики, когда в Литве будет 100% от среднего Евросоюза. Я думаю, я тогда сделаю свою работу, миссию, и оставлю своим коллегам и друзьям, чтобы они дальше шли бы в будущее. Поэтому я желаю, чтобы и Украина стала бы такой страной, чтобы такое развитие было бы, потому что я думаю, что нас история научила. Когда мы являемся вот так, или нас оставляют один с одним с агрессором, да, и другие думают, что это будет последнее уже, чего надо будет агрессору, и он остановится, и он уже не будет идти на запад или на юг. Это ошибка. Тогда, когда мы вместе, и объединенная Европа живет по другим уже законам и по другим как бы понятиям, да, и понимает очень точно, и не боится сказать в глаза агрессору, что мы тебя и не боимся, и мы предпримем шаги, чтобы остановить тебя, тогда мы всегда в выигрыше. Поэтому я очень надеюсь, что придет этот день уже скоро, когда мы и украинцы, и литовцы, и немцы, и французы будем праздновать этот день, День Европы, 9 мая. Це буде вже завтра. Це буде фактично вже завтра. Так, і... Але офіційно, сподіваємося, Україна стане членом європейської сім'ї і дуже швидко. Це буде фігурально, висловлюючи, завтра. Так. Отже, про солідарність і про таку можливість дещо озирнутися назад і усвідомити свій шлях. От про це День Європи завтра в Україні, так само, як і в більшості країн європейського континенту. П'ятріас Ауштревічус, депутат Європейського парламенту від Литви, з нами на зв'язку. Дякуємо дуже.